Донбасс-арена – лучший стадион среди 8 арен, принимавших евро. Профессиональный персонал гостиницы, умеренные цены на продукты и сувениры. Иностранные болельщики, которые посетили футбольный чемпионат, высоко оценили Донецк. Впечатления от туристов подытожило немецкое общество международного сотрудничества ГИЦ. Информацию об их отчетах озвучил донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Опросы проводились волонтерами общества во всех городах, принимающих евро. Раздавали анкеты и проводили личные беседы. Около 80 посетителей впервые приехали в Украину. И каждый третий гость намерен посетить страну снова, говорится в отчете. Оценка фан-зоны Киева, Донецка и Львова достигла такой же оценки, как фан-зона чемпионата мира 2006 года в Германии. Донецк получил наивысшую оценку из-за системы ориентирования. Почти 70% респондентов поставили наивысшую отметку дружелюбности персонала донецких отелей. 76 опрошенных дали оценку «очень комфортно» уровню удобства шахтерской столицы. В сумме всех показателей Донецк занял второе место среди городов, принимавших Евро-2012, уступив первенство столице Украины.